Земля – это ключевой элемент инвестиционной привлекательности отрасли, отметил сегодня в послании народу Казахстана президент и обозначил приоритеты развития отраслей и вопросы, которые требуют особого внимания. Развитие темы в следующем материале. Эти пустынные земли в Сарысусском районе еще несколько лет назад были сочными пастбищами. Местный предприниматель получил от Акимата больше 2500 гектаров для выпаса скота. Но ни дня земли не использовались по назначению. Эти и другие участки в Жамбылской области, всего больше 100 000 гектаров, вернули обратно в госсобственность. Причем 70% владельцев пошли на это добровольно. А вот 28 чиновников, допустивших простаивание пастбища пашень, привлекли к дисциплинарной ответственности. В прошлом году увеличился у нас возврат земельных участков по собственному желанию. Кроме того, у нас по возврату земельных участков занимаются местные исполнительные органы, то есть досудебные процедуры проводят. После результатов анализа органами прокуратуры вносится представление в адрес уполномоченного органа в лице департамента по управлению земельными ресурсами. И сегодня в послании президент снова затронул этот вопрос. Земля, как отметил Касым-Жомарт Токаев, главное богатство и ключевой элемент инвестпривлекательности страны. А значит, каждый сантиметр должен использоваться с умом и приносить пользу. Тут двусмысленности быть не должно. Если землю взяли с нарушением закона и не используют, то эта земля должна быть возвращена государству. Причем по упрощенной процедуре. Но если землепользователь добросовестно работает, вложил инвестиции, то нельзя разрушать действующее производство. Но при этом в расчет следует также взять работу по обустройству сел и обеспечению постоянной занятости сельчан. В целом глава государства посвятил целый блок вопросам агропромышленного комплекса. К примеру, поручил привлечь в развитие сектора средства коммерческих банков. От субсидирования необходимо перейти к доступному кредитованию. Это поможет избежать приписок и нецелевого использования средств. У нас существуют очень хорошие механизмы по линии агрокредитной корпорации, по линии оказа агрофинанса, по дому. Единственное, что оно идет у субсидированным ставки вознаграждения у источника. То, что вот говорится о том, чтобы больше вовлечь коммерческие банки, очень поддерживаем, очень даже правильно, я так думаю, доступная процентная ставка и более длинные деньги. Да? Оно важно для всех. Напомню, специальная комиссия выявила 2 миллиона голов крупного и более 3 миллионов голов мелкого рогатого скота, которые существовали только на бумаге. Такие же факты выявлены и в растениеводстве. Президент поручил привлечь каждого виновного к ответственности. Алина Брыжанова, Кайрат Актуреев, Хабар.